Мое почтение, друзья! Меня зовут Влад Шрейдер, и сегодня мы с вами поиграем в Among the Sleep. Я давно положил на эту игру свой глаз и решил ее пройти вместе с вами сегодня. Буквально через пару лет после релиза я ее впервые запускаю. Так что давайте узнаем, что же случилось посреди сна. Что это? Как будто я нахожусь внутри какого-то хрустального шара. Что это? Там потолок был? Привет, сладенькая, ты уже допила? Ой-ой-ой. Ой, осторожнее, она может разбиться. Это займет всего одну минутку. Мамочка хочет проверить, что с тортом, все в порядке. Я еще и девочка играю, я думал мальчиком. Почему-то. Но это ничего не меняет. Давай посмотрим. Так, так. Прекрасно. О, посмотри на себя. Ты очаровательна в своей пижаме. Нам 2 годика. Happy birthday, sweetie. Только исполнилось 2 годика. С днем рождения, сладкая. Wow, 2 years. Сегодня тебе 2 года. А можно ли есть 2 года, только что исполнившись? I think I know a little someone. Кажется, я знаю малышку, которая хочет тортик. Это, думаю, что я. А можно ли есть маленьким детям торт? Я не знаю, думаю, что маме известно больше меня. Кто это? I'll be right back. Я скоро вернусь. Но я пока задвину тут все. Что ты делаешь? Это пришел отец, возможно. Но почему так плохо становится? Это от того, что мама ушла? No. Нет, они ругаются. Да, вблизи мамы все становится гораздо красочнее. Смотри, что я нашла. Что же это может быть? Пойдем наверх и проверим. Ой, сколько кусков ты съела. Посмотри на себя. Я, между прочим, раз в 10 тебя меньше. Мне еще никогда не приходилось быть в сознании 2-летнего ребенка. Все такое большое. Оу. Krillbyte Studio подарила нам эту замечательную игру. Мам? Что-то мне не нравится, мама, там какая-то хрень приближается. Ты не слышишь меня, да? Я, видишь, как головой мотаю? Представляет. Оно идет за нами. Among the Sleep. Какой у нас большой дом. Вот мы и пришли. Давай посмотрим, что внутри. Может быть, это новая игрушка? Это медведь. Я все видела. Okay, это медведь. Так, сладкая, будь панькой, поиграй немного сама. Мамочка с ковера вернется. Будет ли мне плохо от того, что мама ушла? Нет, это же моя комната, скорее всего. Здесь я должен чувствовать себя в безопасности. Совет ползком двигаться быстрее. Оп! Все хорошо. Я знаю, ты там. Как все утрамбовано здесь. Так, а ну-ка выходи. А где ты? Где ты?
Вот ты где. Hey, you found me. Эй, ты меня нашла. My name is Teddy. Меня зовут Тедди. Nice. Приятно познакомиться. Hey, а как тебя зовут? Я не знаю. Возможно, даже разговаривать не умею. Not much of a talker yet, eh? Все еще неразговорчивая, да? Все верно. Let's play a game. Давай поиграем. Давай. Придумал, ты отвернешься, я спрячу розового слона. Почему бы и нет? Сегодня ты галишь. Иди сюда, отвернись и закрой глаза. Нажмите Escape, чтобы прикрыть глаза. Это еще и выход в меню. Это визуализация того, что происходит в моей голове, когда я сплю. Когда происходит что-нибудь неприятное, я знаю, что я сплю, потому что, ну, такой хрени просто в жизни происходить не может. И я такой, типа, блин, давай просыпайся. И вот оно как выглядит. Примерно. Примерно вот так. И как будто мы в домике в этой игре, когда нажимаем Escape. Все должно замирать. Ты только что отошел от него. You found it. Все такое большое. What's this? Что это такое? На засушливом холме стоят 5 животных, страдающих от жары. Как же хочется пить, пропели они и начали копать. Почему все из иероглифов сделано? Если мы не найдем воду в этом колодце, распрощаемся друг с другом навсегда. Ты читаешь какие-то иероглифы, это меня настораживает. Хотя нам же 2 года, и мы еще не умеем читать и не знаем ни одной буквы. А почему тогда здесь не иероглифы? Ладно. Does it run? How do you Она работает. It? Как его запустить? Наверное, вот так. Round and round and round. Hey, pick me up. Слушай, посади меня к себе на спину. Я хочу тебе кое-что показать. Давай. We need someplace very dark. Нам нужно какое-нибудь темное место. How about your closet? Как насчет твоего шкафа? Почему-то мне не нравится твоя идея, Тедди. А может быть, мы не пойдем туда? Здесь так красочно и красиво, и солнце светит, птички там поют. Почитаем. Ты мне почитаешь книжку, потому что я еще не умею. Научишь меня каким-нибудь другим штукам. Папа же фигни не подарит. Ой. Нужно, чтобы было темнее. Закрой дверь до конца. То, что нужно. Надеюсь, тут нет чудовищ. Ой, а я-то как надеюсь. Если тебе станет страшно, просто обними меня покрепче. Возможно, тебе станет полегче. А как это сделать? Я хочу тебя обнять. Нет, Тедди. Он как фонарик. Ох, как тут ужасно. Такой огромный шкаф. Сомневаюсь, что нам нужно следует тут находиться. Мы должны быть осторожными. Мне это не нравится. Ты же сам меня сюда позвал! Тедди, что ты делаешь? Ты позвал меня сам сюда и потом говоришь, что здесь не надо находиться, да? Ох, а что здесь волочили по полу? Ой, я тут спрячусь. Тедди, ты какой-то нелогичный. Ты это слышала? Кажется, что приближается. Где? Где? Откуда приближается? О, вот ты где. Что ты делаешь в шкафу? Это все он. Играешь со своим новым другом? Привет, медвежонок. Приятно познакомиться. Как поживаешь? Не нужно прятаться от мамочки. А в шкафу даже ничего не было. Надеюсь, тебе понравился твой день рождения, мила. Мамочка бы расстроилась, если бы ты это не сделала.
А теперь пора в кроватку. Это все было в нашей голове. Если ты сейчас заснешь, завтра сможешь проснуться пораньше и будешь играть со своим новым другом весь день. Как здорово! Этот друг учит меня плохим вещам. Мальчики и девочки во всем мире уже спят, ждут только тебя. Мне не нужно их задерживать. Спокойной ночи, милый, сладких снов. Но, по-моему, на улице день. Зачем ты меня туда звал, Тедди Бой? Зачем? Значит, не все уж то, что есть, правда. Мы зашли в пустой абсолютно шкаф, и там напридумывали себе ерунды. Миша, Миша, ты хоть и, конечно, и такой себе друг, но... Ты куда? Свет выключился. Что произошло? Как будто все мои детские страхи вдруг вернулись. Страх темноты, страх неизвестности, вот то, что там. Похоже, нужно пододвинуть табуретку, чтобы открыть дверь. Так, здесь закрыто. А что это за звуки? Хотя похоже на стиральную машину. А дверь-то была открыта. Хорошо. Попробуем ползком. Мама! Там Тедди! Я уверен, что там Тедди. Я спасу тебя, дружище. Держись, дружище. Что тут не так? Нам надо найти твою маму. Держим все себя тихо, никто. Когда не знаешь, кто может подслушивать. Что это? О. Если я наберу кучу игрушек, может быть, станет светлее, чем от одного Тедди. О. Где это? Откуда взрыв? Я буду в режиме стелс. А я такой маленький и беззащитный. Точнее, маленькая. Ой, спрячусь здесь. Нашли рисунок. Наш рисунок. Все рушится. Мы должны вести себя тихо, но я хочу забраться наверх. Осмотреть, так сказать, территорию. Там рисунок еще один есть. Эть! Не допрыгнули. Где мама? Там телевизор работал. Он до сих пор работает? Может быть, она просто смотрела кино и ушла спать? Я достал, я почти достал до него. Мое. Ладно, пора идти вперед. Вау. Это пальто меня очень сильно напугало. Я же веду себя... Ой, очень тихо! Это гром, это гром. Просто мы очень сильно пугливые.
все, что здесь не происходит, это происходит в обычной жизни. Тикающие часы, гром, дождь, любой другой шорох, скрип. Просто это все возводится в абсолют маленьким ребенком выгодовалым. И оттого нам кажется, что здесь происходит нечто страшное. Оттого все кажется таким ужасным. Мам, надеюсь, это ты. Она же была в очках? Вроде бы была. А что это такое тогда? Что происходит? Там же был какой-то силуэт, я же видел. Ой, опять этот след. И когда мамы нет, начинается такая рябь жуткая, мы понимаем, что что-то не так. Надеюсь, там впереди ничего страшного. О! О! Ой-ой-ой! О! Там что-то жуткое стояло. На Слендермена похоже. Слендермен же воровал маленьких детей. Так, я встану в полный рост. Мамуль! О, это... Там что-то внизу сидит. На коленях. Я не хочу туда идти, я не хочу. У меня некуда. Ого, что это такое? И у меня первый вопрос, который возник. Это был он. Ты видишь свое отражение? Это она. Похоже на воспоминания. Я должен это взять. Таб, чтобы открыть инвентарь. Это можно куда-то использовать, видимо. Куда же нас завели наши детские фантазии? Are you all right? Да, со мной все в порядке. Я с тобой, Тедди. Вау, что это за место? Домик, что он тут делает? Нужно было Тедди тебя не слушать. Нужно было в кроватке спать спокойно. Возможно, просто кто-то зашел, а мы не увидели. О, как ты слез? Заперто, если ты мне поможешь, я, наверное, смогу открыть ее изнутри. Хорошо, значит, мы не все будем сами делать. Давай, вперед. Воу, только посмотри на это место. Слушай, вот опять. Кажется, звук доносится из этой двери. Должен быть способ ее открыть. Кажется, эти штуки как-то подсоединены. Это верно. Может быть, нужен какой-то ключ? Я нашел мамины часы. Или кулон, я не знаю, что это. Из своего воспоминания. Оно откроет мне? Или это один из ключей? Почему она не открылась? Нам нужно 4 ключа. Нужно будет возвращаться каждый раз сюда. Что-то нашла. Довольно маленькая, но кажется, моя лапа пролезет. Только будь осторожен. Мы непонятно, где находимся. Это кнопка. Я закрою дверь, как-то мы сразу не подумали. Кажется, наше общее воспоминание открыло дверь. Возможно, если мы найдем больше воспоминаний, мы найдем ее. Похоже, нам нужно еще 3. Все верно. Если честно, мне немного страшно. Но не волнуйся, я постараюсь, чтобы ты была в безопасности. Подними меня, когда будешь готова идти. И каким бы Тедди не был мерзавцем, он все-таки наш новый лучший друг. Так что послушаемся его и найдем свою маму. Только уже в следующий раз. И спасибо, что были со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. И до скорого!